Ладно. Куда мы еще не ходили? Давайте попробуем все-таки подойти дальше. Может, я что-то не увидел. Здесь я все осмотрел. Да, здесь ничего нету. Окей? Вроде окей. Так, баба здесь сидит, туда нельзя. Я себе пробовал уже все. Так. Берем оставшиеся спички. Так, вон там пенис чей-то торчит, вот. Эта тварь, подождите, подождем, пока уйдет. Вообще насрать на свету, она меня не заберет. Давай, 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 вали, скотина. Да что ж ты здесь-то тусишь, а? Так. Опа, переключатель. Шибись, включатель. Я почувствовал себя как дитя, которое просыпается после кошмара. Да, это я уже смотрел. Там все это время был выключатель, а я не знал, да, ладно. Так, что здесь можно осмотреть? Я еще не осматривал. ХЗ, осматривал или нет? Понятно. Скорее всего, здесь будет лампочка, так ведь? Лампочка? Нечего здесь делать этой лампочки. Где она раньше стояла? Туфелька вторая. Куда бы ты ни смотрел, эта картина, женщина этой картинки всегда смотрит на тебя. Мириады, еще что-то. Да блин, я хочу... Заметка жертвы. Дорогая Ирина, мы решили то, что... Насрать. Зайти в эту дверь я не могу, да? Это та самая дверь, которая открывала, тут постоянно призрак был, да? Похоже, она... Ну все, сейчас дальше понятно, что делать. Мне бы сейчас бегать на кухоньку. Чё здесь дверь закрыта? А, я не открывал, что ли, с того самого... Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Нет, fuck you, я заберу эти сраные спички. А, тут одна была? Воу! Воу, fuck you! Так чё ты застрял-то в двери, ёпарь СТ? Are you fucking serious? Я между... О, боже мой, смотрите, где она меня словила. Прям между двумя лампочками, зашибись. И мне сейчас все заново проходить? Ну ладно. Ну это я сам, конечно, поторопился. Не надо было вообще туда идти. Ладно, все понятно. Она только что прошла налево, вроде как. Я чуть на нее не наткнулся, кстати. Да непонятно, куда она ходит. Как он, блин, классно прыгнул.
Воу. Это было, скажем так, не очень весело. Постоим, подождем. Все. Мне нельзя туда идти. Хотя, если, знаете, туда сходить, убить сразу двоих было бы... прекрасно. Ну, я хотя бы одну спичку заберу, последнюю. Вот капец, меня, конечно, схватили. Вот где-где, а именно там. Вот именно там. Между двумя, я не знаю, светами, светами, как это назвать-то? Между двумя освещенными поверхностями. Так. Это надо посмотреть на всякий случай. Так, сейчас главное не напороться на ту тварь сидящую. Надо быть супер осторожным сейчас. А, эта лампочка была... выглядела как луна. Наконец-то все больше начал убирать ночь. Или что-то типа того он сказал. Так, ну это единственная дверь, куда я еще не заходил. Ёпты, здесь гробы лежат, отлично. Просто перфект. Маргарет Джаспер. О, фак. О, фак. Ты чё пришла-то, слышь? А может тебе помочь? Хочу вездесущая жопа. Окей, я думаю, мне надо сохраниться, сбегать. А что мне надо? Мне надо сделать вот так. А, фак, не получается. Буду на ощупь выбираться, ну его нахер. Фак, не получается на ощупь. Тут со спичкой-то в дверь хер пойдешь. А без спички-то вообще хер его. Куда залетишь? Ну, хоть сюда я могу бежать без проблем. Без спички, я имею в виду. Такс. Здесь, конечно, будет проблематично.
А, учитывая то, что я... Ах ты твою мать! Он что-то бежит, шатается. Но мне наверх только. Да, мне наверх. Куда ты? Наверх всего. Ох ты мать твою! Не зря сохранился. Обалдеть, слушайте. А куда мне тогда? Здесь нет света. А, здесь есть дверь. Естественно, она закрыта, да? Locked. Of course. And no way to know what was waiting behind it. Закрыта, конечно, и никто даже не мог предположить, что меня ждет за этой дверью. Я знаю, что мне надо сделать. А, она теперь туда сворачивает? Ты чё, издеваешься, их две, что ли? Да, их тут две. Одна ходит прямой, другая в бок. Она не дотянется до меня. Привязана. What the fuck? То есть это меня видит тоже. А, охереть. А что надо делать-то? Как мне пройти это дело? Я вообще без понятия. А, нахера я зажег? Да хер с ней. То есть я даже по стеночке не смогу пройти. Ладно, сюда нельзя. Туда нельзя. А что мне делать? Мне спрятаться в темноте? Что мне делать? О боже мой, где я? Спасибо. Почему бы здесь было не засунуть сраное сохранение, чтобы мне не бегать туда-сюда? Ну ладно, только одно кресло сохранения. Что, спасибо. Так, может где-то все-таки есть лампочка? Я опять не вижу. Давайте сейчас она пройдет мимо.
Я понял, кого я убрал. Но как мне вернуться назад? Черт. Я запер во себя. Вау. Знаете, мне еще раз хочется сходить сохраниться. А спички я достану где-нибудь. Как раз-таки на кухню сбегаю. Потому что искусственный интеллект здесь нельзя предсказать, он то адекватно действует, как ты можешь, ну, в смысле, как ты можешь себе это представить или еще что. А иногда хрен поймешь. Надо просто быть осторожным, но вот здесь непонятно было. Что мне с ней делать? Надо было подождать. И как мне тут выбираться? А, надо было подождать, наверное, пока она уйдет назад, но вот хрен поймешь, увидит она меня или нет. Наверное, надо было подождать, пока она придет назад, да. Мне нужны спички. Интересно, а что будет, если спичек не останется? Все, капец. Крышка. А таз капут. Не напороться на тень. Знаете что, мне больше здесь... Хотя мне и здесь не нужен свет, нахера мне здесь свет? Пусть там будет освещен весь коридор. Хотя по идее мне здесь свет больше не нужен. Толком-то. Я уже читал. А, места, где можно спрятаться. Маргарет легко разозлить, и она начинает крушить все во всех комнатах, в некоторых комнатах. Мне нужно спрятать некоторые ключи от дома, чтобы избавить, чтобы предотвратить ее от... чтобы превратить ее от, видимо, превращения все это в одно из ее темных мест. Она использовала возможность создать ее улья рядом с некоторым из этих ключей, так что я дала... Так что мне пришлось отдать некоторые из них ей что? Ее аура становится сильнее каждым днем, так что мне, я думаю, мне придется найти путь. Я не знаю, о чем идет речь, честно. Ладно. Ясно, понятно. Фак! То есть мне придется возвращаться туда, что ли? Вот же дерьмо. И что мне там делать? Какое здесь все просто криптографическое, охереть. Туда пойди, сюда пойди. Где как пройти? Что делать? What the hell? Как они вообще перемещаются в этом доме? Так, здесь я пройти не могу. Там нужен ключ. Здесь тоже. Где мне взять ключ? Может, где-то пропустил ключ?
Да вроде нет. Я ее вижу без света, кстати. Правда, его начинает трясти без света, ну так что. Написано то, что это свежее дерево и так далее, так что эти гробы были недавно высечены. А как пробежал, кстати, за ней? Я что-то не помню. Я уже не помню, как я это сделал. Портреты людей, мужчин. Я уверен, что я встречал некоторых из них. Ну ты уйдешь, нет? Так она возвращается, что ли? Быстрое. Fucking shit! Как его запрятали, охерительно. Я смотрю, вижу лампочку, думаю, где-то должен быть переключатель. И в самый последний момент я все-таки его нажимаю. О боже. Дети в церкви во время церемонии, они улыбаются. Так, я не могу случайно здесь выдвинуть это все. Сдвинуть, чтобы пройти туда. Нет, естественно, да? Отстой. Where are you? Где ты? Было темно наверху, я должен быть осторожен. Мне надо обязательно зажечь спичку. Она поднялась по лестнице как дива, которая идет в свою переодевалку. А я мог еле стоять. Я пытался идти за звездой в... Что там, во тьме черных дыр. Я никогда не чувствовал себя таким расслабленным. Конец главы 2.